Всем привет! На канале Таня Матаня. Вы с нашей дружной семьей научитесь хулиганить, экспериментировать, наводить беспорядок. А все это мы называем творчество. Творите с нами, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на лайки и ставьте лайки. Какие хорошие. Вообще. Так классно. Вот. Ступеньки тетенька подготовила, чтобы они могли слезть. Заходите. Паша, можно? Скажи, заходите. Саш, Тёма, раздевайся. Пойдем сейчас в комнату. Что, ты расстроился, да, Тёма? Тёма расстроился, что Аня долго... Ой, Саша долго расстроился, что Аня долго не несла щенят. В комнату. Еще один, подожди, подожди. Давай, бери его на ручки, понесли. Бери на ручки, пойдем. Ой, смотри, идем. Ты разделся? Тёма, ты разделся? Выходи, раздевайся. На, неси в комнату. Сейчас Аня еще одного принесет. Что такое? Ты, не-не-не, на кровать не надо, на кровать нет. Чего ты расстраиваешься? Клади. Все. Ой, так молодец, как аккуратненько посадил его. Тебе нравится щенок? Выходи. Большой, да. Так расстроился. Ждал, что Аня несет. Аня пока их достала. Они уже выбегают с будочки, вы видели. Ой, какой щенок, да? Ты маленького взял, да, сына? Красавчик. Отпускай его на пол, пускай бегает. Пускай побегает. Вот так молодец. А это такой бутуз, да? Такая большая. О, бочка. Может, мы ее бочкой назовем? Боря, может, мы вот этого щенка бочкой назовем? Она такая большая. По всей комнате бегает. По всей комнате бегает. Ой. Ой, еще третья девочка пришла. Сашенька, Саша, отпусти его. Отпусти, поднимись. Давай посмотрим, что они будут делать. Давай посмотрим. Смотри, бежит. Только нельзя, кричать нельзя, Саша. Нужно тихонечко. Смотри, присел, он с тобой играться хочет. А ну покажи, как он играется. Вот этот, Паша, он тебя кусал. Покажи, да, Сашенька, смотри. Ну-ка, отойди, сына. Вообще-то меня этот кусал. Не, большой тебя кусал. Да. Большой кусал. Ой, что-то там греется. Вот это маленькая копия Джесси. Она такая же гладкошерстная и такая самая меленькая. Ну, прям вот копия маленькая Джесси. Скажите, такой, да, как Джесси мы брали. Да. А вот эти два, у них шерсть в папу. Вот этих два. Это более бойкая, такая более смелая. Те более трусливенькие такие. Прячутся еще, да? Ой. Прячутся аккуратненько. Но они уже играются. Смотрите, что делает. Смотрите. Только в губки нельзя. В губы не подставляй, хорошо? Потом умоешь. Да. Вот так. А Саша сегодня одно расстройство. Так что он на заднем плане всхлипывает. Он за тобой ползет, как черепаха? Да. Этот Боря не уверен. Смотри. Не мой. Привет. Мы Сашуню положили спать. Он играл на улице, видно, переутомился. Поэтому капризничал, мы его спатки положили. А ну отпусти. Вот это такое шустрое. Вот эта девочка, такая самая, как будто она самая взрослая с них. Посмотрите, посмотрите, что она вытворяет. Посмотрите, что она вытворяет, эта девочка. Посмотрите на нее. Вот моя самая любимая шустренькая. А ты недаром ее сразу выбрала? Да. Да? Девочка. Ой. Ай, эти бутусы. Бутусы. А сегодня какое число? Сколько это им уже? Не знаю. Десятое, да, сегодня? Десятое. Десятое число, это почти месяц. Десятое кого? Апреля. А 10 апреля, значит, прошел... А они родились... Прошло... 10 марта родились. А они родились 1-го. 10-го. 1 марта. Тебе хочет, он ищет кого-то. 1 марта, а это им месяц и 10 дней уже. Месяц и 10 дней. То есть 40 дней еще. Кот не может понять, что за эти, что за щенята у нас дома. Я тоже щенок. Ты тоже щенок? Так у нас их оказывается больше. Ой, смотрите. Подожди. Ой. Мы еще им имена не давали. Спасибо всем, кто прислал имена для щенят. Будем разбираться чуть позже, когда уже они будут на улице выходить. Она не поседа. Она все время не
Так может ее не Непоседа и назвать? Ну это же ты понимаешь, что имя оно несет в себе смысл. Да, если мы назовем Непоседа, так она и будет по жизни Непоседой. Да, вот. Но она такая шустрая. Да. Шустрик. Ну Шустрик это мальчик. Да. А как же вот... Вот прям на нее имя должно быть какое-то, чтобы обозначало ее веселость. Вот Непоседа. Эту. Вот. Не, Непоседа как-то тоже. Да. Зачем нам Непоседа постоянно? Она сильно кусается. Кусается, да? Да. Вот, видите, два пальца покусала. Потом. Ой, это Непоседа. Видно, Аня уже выбрала для нее имя. Посмотрите, как они играют. Оп-оп-оп-оп-оп. Догонялки, да? Со мной, со мной. Секундно. О, Непоседочка. Непоседа. Ой, унюхала еду. Нюхала еду? Да. А у них они еще же от мамы пока. Хотя можно, в принципе, им уже давать пробовать. Может, молочка им нальем сейчас? Да! Давайте нальем, посмотрим, будут ли они пить или нет. Так, давайте я поставлю. Ставьте вокруг мисочки. А ну, посмотрим. Будут они уже сами есть? Ой, смотри, смотри. Непоседа первая, как всегда. Ну, давай. Ой! Не кричать, вы их можете испугать. А, смотрите, они уже готовы подкармливаться. Ага, значит, им творожок нужно уже давать. Молочко. Ой, а этот что-то не хочет. Кашку с мясом уже можно им давать. А то они Джесси уже совсем вымотали. Слушай, Боречка, а не пора ли их уже подкармливать? Ребята, а то же они с Джесси смолчат. А мы им и не думали, что они уже готовы кушать. Им уже месяц. Вот, внутри молочко, внутри. Давай, вот сюда ее положи. Все, давай. Вот, смотри. Сейчас я ее научу. О, вот так. Ну, давай. Не твой. Давай. Посади его. Давай. Ну, выпили какое-то количество. Ну, давай. Вот это было. А, ты тут облизываешь. Ой, давай. Вот оно. Да, молодец. Молодцы. Давай, Непоседа. У тебя имя придумали уже. Не, нужно что-нибудь поинтереснее. Вот так. Вот, молодцы. Ты тоже хочешь батон? Иди, присоединяйся. Молодцы. Вас подкармливать нужно. Все, теперь нужно к ним будки носить. Этот творожок молочко. Будем им насыпать. Да, молочко будем, кашку мешать с мяском. Ой, ты чего лаешь? Давайте сюда их. Смотрите. Анечка, возьми, пожалуйста, ее. Непоседу. Она пьет молоко. Давайте, творожок я дала. Посмотри, как он накинулся на творожок. Видно, Джессиного не хватает им уже. Голодный, слушай ты, да? Да. Ну, вы готовы уже кушать все? Давай. Ты тоже давай присоединяйся. Смотри, у меня творожок есть. Давайте, ешьте. И Джесси полегче будет. Мы вас уже будем переводить. Вы уже большие такие, Джесси одна. Она мама, ее нужно беречь. Давайте. Мама, ой, он хочет. А он, видишь, что-то не ест. Я специально на руку взяла, чтобы им подсовывать к морде. Чтобы с тарелкой не бегать за ними. Так удобно. А потом будем потихонечку выносить. Теперь, Паша, теперь утром и вечером, еще и днем, будешь бегать к щенятам туда, к будке. Ой, я уже тройную порцию буду сыпать. Не, им отдельно нужно будет ставить. Да. Принцу и Джесси одну порцию, отдельно тарелку, а им отдельно. Да. Бегите, отнесите их на место, аккуратненько несите. Чтобы не упали. Вот Джессичка, мамочка. Да. Вот они уже выходят из будочки. Вашенька уже не могут, еще не могут выходить. А вот самая маленькая, самая милая наша Непоседа вышла. Испугалась, да, Саша? Непоседа. Ну давай. Ты хочешь, чтобы тебе, да? Занесли. Так они полюбили этого щенка. Непоседу. Непоседа это сейчас. Давай как-то по-другому его будем называть. Еще. Еще. Все щенята на улице. Ну, в будке. А этот выбегает один-единственный. Вы видели только что вот в предыдущем кадре. Он везде выбегает. Да, они его так полюбили. На, Саш. Один, да. Ну, ты же считал. 1, 2, 3. 3 собаки. Да, ты так считал? Да. Ты любишь собачек, да? Нравится тебе? И котик. Нравится?
Ай, смотри, как он тебя любит, щенок этот. Я почему говорю он, потому что щенок. Пока имени мы не придумали, они его непоседой называют, но непоседой такое-то странное имя для щенка. Мне давай нравится. Как-то по-другому. Как? Ежо. Его щенка. Назовем. Ты гладишь. Ты тогда спать лег, Сашенька, да? Сыночка, а сейчас хоть насладишься. Ой, стой, говорит, стой. Да вообще на улице говорю, на руки, на руки. Любит щеня, да? Да. Что, он, смотри, поиграться с тобой хочет. Ой, смотри, раз, раз. Два малыша. Один человеческий детеныш, второй щенок. Смотри, 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 как он с тобой играет. Ой, смотри, как с тобой играет. Ай, как хорошо. Побежал что-то смотреть, да? Так я и зову, она... Да, лай, такая прям вообще активная. Да, вот это, активная. Он говорит... Активная такая. Она желает. Ты такая активная. Активная такая, кусачка. Может, ее кусачкой назвать? Нет, тогда она будет всех кусать. Нельзя так собаку называть кусачкой, потому что всех кусать будет. Ну, так, в лапки дай, в лапки. Вот так. Кусачка. Кусачка непоседливая. Смотри, вот покатаю так перед ней. Вот так, да, покатай. Раз, стоп, стоп, стоп. Ой, смотри, смотри, смотри. Давай, давай. Вот так, вот так. Покатай еще чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот так. Ой, смотри, смотри, смотри. Смотри. Только резких движений не делайте, а то она может испугаться. Вот вам и игрушка. На улице они более смелые, чем дома. Все бегают. Да, играются. Самая игривая и задиристая – это непоседа. Почему-то мы ее так прозвали, и все, непоседа, и все. Прицепилось к ней это имя. И все. Эти более спокойные. Такие больше, как два бутуса. Даже с принцем играет. Да, да, и принц с ними пытается играть. Хотя принцу уже год, он такой маленький. Скажи, принц. Ой, скажи, да, в туалет ходим, да. Оп. Принц пытается с ними играть. А, не хочет принцом играть. Да, ну сидите, будьте здесь.